Привет всем! Сегодня 22 апреля и день рождения Владимира Ильича Ленина, вождю мирового пролетариата. Сегодня исполняется 150 лет. Ильич прожил не очень долгую жизнь, всего 53 года с хвостиком. Однако сделать успел много. Отдал землю крестьянам, фабрики рабочим. Хотел устроить мир во всем мире, но с этим не задалось. Что это был за человек? Мнения были разные. Одни называли его немецким шпионом, другие считали самым человечным человеком. Кем же является Ильич сегодня для нас? Вот это я и хочу узнать. Ребят, короткий вопрос можно? Вот сегодня 22 апреля, вы знаете, что это за день? До свидания, молодой человек. Понятно, спасибо. Здравствуйте, можно коротенький вопрос? Вот сегодня 22 апреля, вы помните, что за день сегодня? Сегодня? 22 апреля. 22 апреля родился Владимир Ильич Ленин. Точно, точно. Ну вот как вы относитесь к этому историческому персонажу? Как-то положительно отношусь. А вот почему? Вот что вы считаете, он сделал доброго для нас? Революцию сделал. Вы разделяете мнение это? Я полностью согласна. Спасибо, удачи. Да, мы можем коротенький вопрос. Вот сегодня 22 апреля. Вы помните, что это за день? Как вы к Владимиру Ильичу относитесь? Давайте не будем. Конечно, положительно. А за что? Спасибо большое. Вам спасибо большое. Сегодня 22 апреля. Вы помните, что за день сегодня? Нет. Сегодня родился Владимир Ильич Ленин. Вы знаете такого человека? Да. Что вы о нем знаете? Суровый мужчина. А он для вас положительный персонаж или отрицательный? Скорее всего, положительный. Почему так? Справедливый человек. Самое главное, что нужно нашей стране в первую очередь. Вы бы хотели, чтобы Ленин сейчас был во главе нашей страны? Наверное, нет, потому что Ленин чуть жестокий человек. Так. А нам нужен добрый дядя. Ну, добрый и справедливый, что еще нужно? Понял, спасибо вам большое. Можно прямо на ходу. А, ну вот сегодня 22 апреля, да, вы помните, что это за день? Нет. А вы? Да. Ну сегодня день рождения у кого? Я не знаю. У Владимира Ильича Ленина. Ленина, точно. Вот как вы относитесь к этому персонажу? Да, как-то никак, не заинтересован. Ну он скорее для вас в плюсе или скорее в минусе? Я нейтрально отношусь. Ага. Нет ни плюса, ни минуса. Понятно. Угу. Он хороший или плохой счет? Я не могу ответить. Понятно. Ну ладно, все, ну, всего спасибо. Доброго, спасибо. Да, ну вот такая у нас молодежь. Что удивительно, в основном все-таки оценивают положительно Владимира Ильича, либо нейтрально, как мы сейчас видим. С другой стороны, Ленин сейчас для молодежи скорее персонаж из сказок и легенд. Ну, такой мифический герой. Поэтому никто о нем толком-то ничего и не знает. Но на всякий случай относится нормально. А, вот скажите, вот сегодня 22 апреля, может быть, вы вспомните, что за день сегодня, у кого день рождения? Ну, давайте я вам подскажу. Да. Наверное, ваш друг Владимир Ильич Ленин. Точно. Серьезно. Ему исполнилось сегодня 150 лет. Ничего себе. Вот в связи с этим вопрос такой. Вот вы к нему как относитесь? Он для вас положительный герой или отрицательный? Положительный, конечно. Положительный, да? Ну а за что? За то, что он писал книги, поэмы. Книги, поэмы, отлично. Любил красивых женщин, наверное. Ну, может быть, добавите что-то? Не знаю, что добавить. Они сильно
Понятно. Ну, она хорошо, спасибо. Здравствуйте. Можно коротенький вопрос? Вот сегодня 22 июля, апреля, да? Может быть, вспомните, что за день сегодня? Чего? Что за день сегодня, 22 апреля? Вот чем он знаменит, этот день? Это не космонавт, а там Гагарин. Нет, он немножко пораньше летал, 12 апреля, а сегодня 22. У кого сегодня день рождения? Я подержу, вы просто говорите. Сегодня родился Владимир Ильич Ленин. Точно. Ты смотри, большой праздник, надо гулять сейчас. Ему исполнилось 150 лет. А? 150 лет стукнуло. 150. Как тебе сказать, это небольшой. 150 лет что такое? Если он жил бы, он 100 лет не жил, 150 тоже жил. Вот как вы к нему относитесь? А остальная ерунда. Это Путин, видишь, баламут. Это Китай наградил его, друг, хороший друг. Наградил его. Этот болезнь, видишь, целый месяц люди не уходят, а кушают. Откуда им даст? Кто дает им кушать? Правильно? Ну ладно, спасибо. Спасибо за ответ. Давай. Удачи вам. Вы тоже сами. Ну просто в Нефтеюганске единодушное одобрение деятельности Владимира Ильича. Я просто обескуражен. Никакой критики, никакой ненависти. Да. Вот сегодня 22 апреля, может быть, вы вспомните, кто сегодня родился? Ленин. Точно. Как ему относиться? Ну, скорее хорошо или скорее плохо? Только хорошее. Спасибо. Вот сегодня 22 апреля. Может быть, вы вспомните сегодня, что за дата такая? Не знаю. Кто сегодня родился? Я не знаю. Сегодня родился Владимир Ильич. Ленин. Вот что-нибудь говорит это имя? Говорит, конечно. Ну, какое отношение? Политики, наверное. Ну вот он для вас со знаком плюс или со знаком минус? Ну, думаю, что плюс, потому что он все для президента. Вот. Может быть, вспомните, ну вот что-то он сделал такого хорошего-то? Конечно, не очень помню. Ну, может быть, что там, в школе-то, наверное, что-нибудь рассказывали? Почему? Рассказывали много чего. На карантин. Ну, понятно. Хорошо, спасибо, удачи. Спасибо вам тоже. Ну, если честно, я просто впечатлен. Я не ожидал такого, даже не знаю, что сказать. Просто как-то скучно. Ну, прям все молодцы. Никто ничего не знает, но все равно молодцы. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока.